Привет, YouTube. Пора анбоксов, как видишь, у нас коробочка здесь стоит. Приехала она из Оренбурга, Дмитрия Филатова. Привет, Диман, подписчик наш. Он постучался сначала прям в чате на YouTube. Макс, а как тебе можно отправить что-либо? Ну, в точности соусы. Я тебе проспойлерил уже, что там уж греха таить. Я говорю, Диман, в Контаче... А, я не знал, как его зовут. Я говорю, дружище, в Контаче найди мои контакты. Они есть в описании, о канале. Во всех, под каждым видео есть ссылка на ВКонтакт мой, на группу. Ну и там он писал, Макс, это я, типа, куда тебе отправить? Пиши, куда отправить. Ну, я ему до востребования отправил. Это я тебе предысторию рассказываю. Преамбула такая длинная, вступление. Короче, Склифосовский. Ну вот, собственно, вот он этот соус. Ну, вкратце, что я могу сказать о нем? Диман мне раскрыл рецепт соуса. Я говорю, из чего он состоит? Единственное, что сказал, там Каролина Риппер имеет место быть. Но сразу он в ходе нашей переписки сказал, что тупо не про остро, а про вкусно. Ну вот сейчас мы будем проверять, вкусно ли это. Контакты Диман найдешь ВКонтакте, а ссылочка на ВКонтакте будет в описании к этому видео. В закрепленном комментарии. Контакты Димана ВКонтакте. Ну это какое-то масло масляное получается. Ну да, такая тавтология. Короче, в Контаче есть его, у него аккаунт. Пиши ему туда, если захочешь такой соус. А нужен ли он тебе, сейчас мы проверим. Просто отправил на пробу. Ничего не надо, говорит, ну можешь ссылочку оставить. Вот сейчас мы вскроем и посмотрим, что он из себя представляет. Приехала доблестная почта России. Будем надеяться на лучшее. Порадует Почта России нас или нет? Приехала из Оренбурга. Вот, Диман вот так упаковал все. Это вместо пупырок, как ты понимаешь. Это нам не надо уже. И тут такой ларец находится. Но это что-то от другого товара какого-то, потому что Made in China написано здесь. Берем якута от Льва Филатова. И разоблачаем. Можно приобрести все это у дружище. По ценам договаривайся с мастером самим. И тут такая баночка, слава богу, целая. И еще окутанная вся, опутанная этим самым скотчем. Интересно, девки пляшут. Ну давай посмотрим. А тут тоже что-то написано. Но это не должно быть то, что нарисовано здесь. Это крафтовый соус, который Диман делал сам. Контакты. Там написано контейнер. А, контейнер. Ну, контейнер, ладно. Сейчас будем аккуратно вскрывать все это дело. А потом пробовать, разумеется. Но то, что тут Каролина Риппер есть, уже сильно радует прям. Проткнул палец, руку проткнул. Очень опасный нежик. Сейчас кровище пойдет. Почта России по-другому никак. Приходится упаковывать всяко-разно. Это не заразно. Тут лучше перебдеть, чем не добдеть. Иначе не возъедим, блин, божественных соусов. Еще один Диман у нас есть. Диман Мариман. Вот доблестная Почта России расхреначила все соусы в банку. Пошло куда-то дело вроде. А, он вот как открывать. Короче, я надрезал все, а тут вот таким образом так все открывается вот так. Понухать. Пахнет Каролина Риппер, что ли, пахнет. Чем пахнет? Или аджикой? Не могу сравнить ни с чем. Пахнет вкусно. Пахнет вкусно, но я не могу понять. По-моему, ничем похожим, ни на что похоже не пахнет. Сейчас мы сначала попробуем в натуре. На перец какой-то пахнет. На кочуджан похоже по аромату. Корейская паста. Вот такой кусочек сейчас попробуем. Всем такой же полезного аппетита. Слюни побежали уже. Это очень прикольно. Сильно остро. Ну, я не могу сказать тебе, мне нет, мне вкусно. Сладкая, кисло, солененькая паста. Вот подходит подо что подойдет. Ну, мне остро. Но это пикантно, это вкусно. А что, главное, там вкус горчицы. Васаби и горчицы. Я васаби и горчицу чувствую здесь. Вот как будто через нос выдухаешь, когда воздух. Васаби и горчица прям, как будто. Необыкновенный соус. Я не побоюсь этого слова. Это один из вкуснейших соусов, которые я пробую. И самое важное, о, видишь, говорю, проткнул руку. Рабочие моменты. Думаю, что щипит. Угу. Мне нравится его густота.
Попробуй так. Вот такая консистенция. Вот это во много. Реально вкусный соус какой. Он густой. Вот когда выдыхаешь, как будто горчица. Или хрен, или васаби. О! Ну что? А вдыхаешь в горло, когда тогда остро. В легкие попало маленько. Ну ничего, я с хлебцом все заживала. Блин, это вкусно. Но это не то, что не остро, это пикантно так. Это очень вкусно. Это просто охренительно. Ну, Дима не раскрыл свой рецепт. Он сказал единственное, что там больше 20 компонентов входит в состав этого соуса. Ну и мастер, я сомневаюсь, что хороший мастер раскроет секреты своего божественного соуса, не побоюсь этого слова. Вкусный, охренеть, какой вкусный. Вкусный. Прикинь, в лапшу себе добавить. Вкуснятина какая будет. Хоть в лапшу, хоть в жаркое, хоть в пельмешки. Если разбавить водичкой с уксусом и в эту водичку положить этого соуса, макать, блин, будет бомбешник. Безусловно, очень вкусный соус. Мое почтение мастеру. Наверное, это долгий путь проделал человек, прежде чем создать такой соус. Я откровенно не смогу его сделать. Я даже не представляю, что там может входить в этот соус. Ну, остринку, наверное, Каролина как раз и дает. Она мягкая острота такая, не нагнетающая, не давящая. Она не надо. Доедает. Вот бывает съешь острого, и когда оно там отпустит, думаешь. Брат, братан, братишка, когда меня отпустит? А тут приятная острота такая, вот хочешь, чтобы она продолжалась, есть такое желание. Ну блин, это очень вкусный соус. Устоять невозможно. Прям. Из-за того, что густо, она во рту находится. Угу. И проваливается туда. Чеснок, по-моему, есть там. В желудок сразу. Как думаешь? Нет. Первая мысль – это вот васаби и горчица. Васаби очень ярко чувствую, васаби. А его там нет? Горчичка. Вот оттенок аджики есть какой-то. Наверное, входит в состав. Или нет? Эти специи. Ну, само собой, Каролина Риппер. Ну, блин, расколдовать невозможно. Вот по внешнему виду я не могу никак определить, что здесь такое может находиться. Консистенция вот такой вид имеет. Она как типа пластилин, не пластилин. Вот такое... Туго замешанное тесто. Печаль одна рождается в этот момент. Диман, у меня же кончится эта приправа, блин, твоя, а ты уже подсадил меня, я уже привык к ней. Кунжут нет. Ну ладно, мы не будем расколдовывать и разоблачать этот рецепт, потому что мы сделать этого однозначно не сможем. Дружище создал безупречно вкусный соус. Я бы просто безумно счастлив был, если бы это в продаже появилось. Вот таких людей не замечает государство, потому что этому государству нахрен это не надо. Если бы вместо обоссанного этого... Вон, как он, Мивимекса. Вот такое на полках магазинов появилось. Честь, хвала была бы тогда. И, блин, люди покупали бы и наслаждались. Если это в массовое производство внедрить. Не обоссанный Мивимекс вот за 53 рубля, нахрен, там 50 копеек. А вот это чудо. Почему этого не происходит, я не знаю. Вот заметьте человека, который создает вот такое. Тут слов нету, как бы. Дружище, это заслуживает всеобщего охвата. Я бы очень хотел, чтобы ты куда-то продвигал это, чтобы ты как-то обрел популярность со своим продуктом, потому что оно этого стоит. Это достойно популярность. Я не знаю, отправь Лазарсону или Славному Друже, вот тогда будет тогда топ. Чтобы такие люди попробовали и сказали, что да, это... Белиссимо. Братану, от души развития, успехов. В любом случае, это уже победа. Это уже победа, потому что продукт уже готов. Красава, о чем можно сказать еще? Умеете. Могете. Этот продукт вы найдете по ссылке. Закрепленный комментарий будет в комментариях под этим видео. Найдете этого человека там. Перетрете, переговорите, если захотите приобрести, попробовать. Я бы очень рекомендовал попробовать это. Не думаю, что там заоблачные суммы какие-то, это точно. Не будет, как на маркетплейсах, прям 3, 5, 7 тысяч за вот такую писюльку, блин. От души, что посмотрели это. Дружище, от души, что прислал, познакомился со своим продуктом. Ничего подобного я нигде не видел. Ты встречала что-то по вкусу подобное? Нет. Это что-то оригинальное очень и эксклюзивное, сильно домашнее. Это прям вот крафтовое, без зазрения совести. Попробовать стоит обязательно. И очень печально, что съедим мы это быстро, потому что более чем уверен, к любому блюду оно подойдет. Вот, ну к чему оно не может не подойти? Я даже не знаю. Ну разве что к манной каше только не подойдет. И то я и манку, наверное, скоро буду уже с перцем есть. Ну а пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя и близких. Здоровья всем сибирского. Сайонара. Пока. Ну круто. Блин, не могу расколдовать даже, чем пахнет. А я подглядываю. Ну выключай.
Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.